Потапова Ольга Константиновна, воспитатель группы кратковременного пребывания школа номер 1420. Свою задачу воспитателя я вижу не только в том, чтобы дать детям определенные знания, но и в том, чтобы они росли воспитанными, чуткими, добрыми детьми. Поэтому свою работу в группе я начинаю с создания теплой, доброжелательной атмосферы. Профессия воспитателя – самая лучшая профессия в мире.